Здравствуйте, ребята. Скажите, а вы кто? Секрет. Секрет. Да ладно? Да, ну что за секреты? Дайте отгадаю. Битлз. Нет, секрет. Секрет. Секрет — это когда деньги с карточки пропадают, а потом в гардеробе висят две новые шубы. Да, Тань? Нет, нет, Михаил. Секрет — это когда роешься в телефоне у близкого, любимого человека тебе. И находишь там всякие телефоны типа «Вера, Москва», «Вера, Санкт-Петербург», «Вера, Саратов», «Вера, Брежнев, набережные Челны». Не слишком ли много веры, Михаил, для женатого атеиста? Что-то мы отвлеклись. А какой там был вопрос, ребята? Ну, кто мы? Ну и кто мы? Секрет. Здорово. А как называется группа? Да Битлз, это Битлз. Битлз. Ну так Битлз — это типа что-то группы Бит-квартет Секрет, что ли, получается? Ну да. Ну и на каком языке вы будете петь, если не секрет? На английском? Нет, Михаил, на албанском. На албанском? На вы албанском. Думаете, вас кто-то поймет? Мы уверены, что нас поймет любой человек, у которого есть компьютер, интернет и кто хоть раз залезал в сеть. В общем, сообщество, встречай нас! Вау! Вау! Давай замутим, может, устроим вместе адский отжиг, медвед. Тебе сказать о многом надо. Пойду сегодня выпью аду в обед. Как жизнь, не то чтоб очень с цуком, ржу не могу над новой шуткой в ЖЖ. Тебе признаюсь откровенно, я не пиндос, не скалопендро без «б». С работы жесть, учу албанский, и ощущаю себя адским лохом. А я давно уже не мальчик, жгу не по-детски и красавчик имхо. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я креветкой нет? Пиши, есть чё мне прямо в блоге, тебе в Бобруйск. Ну, чмоки-чмоки. Привет! Привет, 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 привет.